школа заняла первое место в краевом месячнике оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания в 2016 году. Молодой педагог школы Завертали Дмитрий Васильевич занял первое место в краевом конкурсе педагогического мастерства «Педагогический дебют 2016 года». Трое учащихся школы стали чемпионами России по легкой атлетике, на байдарках, баскетболу. 15 учащихся, победители краевых соревнований по различным видам спорта. Краевые массовые соревнования «Спорт против наркотиков» школа заняла первое место. Россия победит в школе! Не только семья, а ребенок! Команды не домой, иди мою судьбой! Связаны с тобой, друг мой, служить России, суждено тебе и мне. Служить России в удивительной стране, где солнце новое встает. На небе синем, плечом к плечу идут казачьи войска. И пусть военная дорога не так, мы будем верой и правой. России! Каждый ученик школы и педагог может сказать с гордостью: мы помним великое прошлое, создаем великое будущее.